Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Собралась сейчас монтировать видео про Дубай, экскурсию, на которую мы ездили. Поняла, что у меня нет начала вообще. Мы как сели, либо я удалила, либо вообще об этом не помнила. Мы сели в автобус, и вот сразу начинается поездка, и экскурсовод там что-то рассказывает и такое прочее. И я решила начать сделать начало здесь дома. Так вот, вы сейчас будете смотреть экскурсию в Дубай с прекрасным гидом, Мурат его зовут. Ну, там, конечно, может кому-то показаться нудноватое, но я старалась показать все понемножечку, какие-то секунды, какие-то там до минутки, наверное, растянется намного времени, ну, так получилось, но ее просто невозможно не показать. Думала, сначала разобью на два, но два это тоже как-то не то, и вот решила все сделать в одном видео. Приятного вам просмотра, мои дорогие, и не забывайте ставить лайки. Пока-пока. На этой территории заметили небольшое скопление молодой саранчи, которое поначалу они также использовали и в еду. Так это насекомое поначалу даже спасло от голода, но впоследствии стало дальше насаждать. Но многие иностранцы и туристы дали свои варианты перевода, более красивые и более современные. Теперь есть перевод с языка урду, это азиатский диалект. Посоветуем именно красную ветку. Большая часть тропы через весь город. И основные интересные и красивые места вдоль красной ветки они располагаются. Сейчас мы с вами с левой стороны. Выйдем два высотных здания по форме одинаковые, но чуть отличаются по высоте. Башни-близнецы под названием Эмирад Тауэр. Здание, которое чуть пониже, четвертый по высоте Эль Мира, который носит название Джумейра. А высоту составляет 309 метров. Здесь на территории Дубая также располагается 4 самых высоких отеля мира. В каждом эмирате есть свои компании-застройщики, которые по своему принципу отстраивают те или иные здания. Главным проектами занимаются государственные компании. И вот политика таким образом у них выглядит, чтобы ни одно высотное строящееся здание, оно не было похоже на предыдущее. Чтобы здания отличались по цвету, архитектуре, по высоте и по вместимости. И каждое здание, оно имеет свое название. Здесь, например, с левой стороны также здание из стекла, золотые пояса. Отель под названием Роза Ротана, 333 метра в высоту. Ну а сейчас мы с вами в скором времени впереди слева. Видим гордость не только Дубая, но и всей страны. Это самое высокое сооружение мира Бурдж-Халифа, высота которой 828 метров и 163 этажа. Бурдж-Халифа способен вместить небольшой городок с населением 35 тысяч человек. В случае необходимости готовы эвакуировать за 32 минуты. Имеет форму пустынного цветка в виде трех лепестков цветов под названием Панкрации, где располагаются как жилые квартиры, так и офисы компании. Возле Бурдж-Халифы располагается самый крупный посещаемый торговый центр мира, это Дубай Молл и танцующие дубайские фонтаны. Их мы с вами разберем чуть позже, обязательно будем делать фотографии на фоне таких рекордов. Ну а пока мы с вами отправляемся на пальмовый остров к отелю Атлантис. Более 25 метров. Этих камней хватило для того, чтобы опоясать землю высотой в 2,5 метра. Пальма в диаметре составляет 5,5 километров. Сейчас мы с вами передвигаемся по стволу. Примерно в ширину составляет 450 метров. От ствола пальмы отходит 8 веточек с левой стороны и 8 веточек с правой стороны. На этих веточках в большом количестве располагаются виллы. Но по проекту здесь на пальме в общей сложности отстроить 32 5-звездочных отеля и 400 вилл.
На этом острове в большом количестве проживают звезды шоу-бизнеса, политики и бизнесмены. А представители стран Европы, также есть и представители постсоветского пространства, такие страны, как Соединенные Штаты, Канада, Латинская Америка, которые имеют свою виллу. Дэвид Бекхэм, Виктория Бекхэм, а несколько игроков по футболу сборной Англии. А знаменитый индийский актер Шах Рукх Кан. Множество других известных людей. Дорогие мои, всю дорогу снимала Дубай. Сейчас мы на пальме Джумейра, где находится самый крутой отель Atlantis. Внизу что-то непонятное, красная какая-то древесина. Все очень красиво. Люди мешают только. А смотрите, какая прелесть. И все это построено в пустыне. Ну все, сняла вам. Вот тут цветочки красивые. Вообще обалдеть. Все поливается капельным орошением. Вот такой отель, где останавливается у нас Филипп Киркоров. Привет! Вот я на фоне отеля Atlantic City. Как вам показать, меня не видно тогда, да? Подобная красота. Вот эти все бесподобные растения. Вот я все время поражаюсь, как можно все это все вырастить в пустыне. Покажу вам отель, чтобы мне было плохо слышно. Смотрите, какое чудо. Как бы я хотела здесь хотя бы трое суток пожить. Ну, очень дорого. Охранник. Все для вас стараюсь, своих любимых подписчиков. А внутрь, конечно, нас никто не запускает. Везде вот цветочки, вот везде, вот посмотрите. Вот везде насажено, везде капельное орошение. Поливается пальмы, поливаются 4 раза в день. Ну все, отключайся, мои дорогие, а то времени слишком много уходит. Опять вам снимаю. Кстати, у нас с Галей казус очередной. Мы потеряли свой автобус. Куда попремся, не знаем. Мне кажется, уже, Галь, прошло 20 минут. Пойдем искать автобус. Машины у них офигенные, конечно, японские, американские в основном. Богатый район Дубая, Дубай-Марина, с его небоскребами, прямо на берегу Персидского залива. Строится колесо обозрения. Искусственно наложенные камни.
Вода небесно-голубого цвета, если передает камера. Красиво, что скажешь. А вот я на фоне Дубай, Марина. Привет. Кто бы думал. В принципе, будешь показывать нечего. Ну, а вот знаменитый парус отель. Ближе нас не подвозят. Move inside. Vehicle is coming. Move. Прогоняют машины крутые. Смотрите, какие машины выезжают оттуда. Вот только посмотрите. Охрана. Опять сплошные. Фотографируют, что-то светится. Ну все, закрываю. Плохо видно уже, мои дорогие, солнце садится. Ну, это называется место Дубай, маленькая Венеция. Видите, маленькие лодочки, ресторанчики. Да, темнеет. Ну, какой фонарь красивый. Отключаюсь. В принципе, ну, красиво. Презентуют ковры. Шелковые. О, красивый, зелененький, да? Не люблю бороду. Ты любишь бороду? Не люблю. Боже, нет. Нет, не тоже нет. Ух ты. Шелковый, да? А, то есть показывают, как сворачивают. Видишь, свернул. Мало места занимает в чемодане. И легкие. Видишь? Все. Фокус, фокус. Фокус, фокус. Большой ковер $1400. $1200 бордо и $600 маленький. У нас столько долларов на двоих нету. Все такие задумчивые, все хотят по ковру урвать. Все смотрят. Да, мы знаем, что они высокого качества. Втуляют нам. Ладно, закрываюсь с коврами. А это золотые ковры. Вышитые золотом. Thank you.
они все фотографии мы снимали. Нельзя фотографироваться? Башня Халифа. Так, кто у нас поднимается на Бурдж-Халифу? Это Бурдж-Халифа. 45-я комната. Сейчас находимся в Дубае Молл. 613-я комната. Около поющих фонтанов. Башня впечатляет. А вот шоу дубайских фонтанов поющих. Красота. Обзор не хватает. Не захватишь сразу все. Когда выстреливают фонтаны, слышно хлопки, это говорит о том, что они выстреливают на высоту 150 метров. В Дубай, ребят, не пожалеете. Такие чудеса света нужно смотреть. О, о, 150 метров. Обалдеть. Все, да, закончилось. Вот так и гуляем по Дубай-молу. Ужас. Боимся заблудиться и не найти никого. Я уже не пойму, откуда мы вышли. 2 часа точно лучше пойти в кафе, блин, что-нибудь заказать и поесть, посидеть. Я пока кофе купила, что-то неохотно. Может, это к концу? Он там у меня тут нарисован, это. Пойдем туда, сходим, там спрашиваю, почем наушники у него. Яблоко, это при чем тут наушники? Это еда. Вон. Вон кафе, видишь, люди сидят? Нет, это Apple. Ну, Apple. Где он? Ну, он кафе. Да не может быть таким знаком кафе. Это просто кафе, а Apple, это просто знак, что где-то здесь Apple есть. Ну ладно, отключаюсь, иначе мы заблукаем совсем. Пока-пока. А вот дубайский аквариум. Океанариум. Какая рыбка. Рыбы крупные такие.
акулы две. В общем, показала вам все, что могла. Крупные такие рыбёхи. В камнях живут. Можно зайти, конечно, вовнутрь, купить билет. И они будут у тебя над головой все. То есть ты будешь внутри аквариума. Ну, мы что-то не решились. Такой Дубай Молл аквариум. Еще какая-то вылезла там с каких-то шпал, спряталась рыбина. Едим в Дубай Молле. Зашли в Тазу. Ну, такой же фастфуд. За 40 динар... Дирхам они, Галь, дирхам, да? Умножать на 16. Ну, я потом подпишу. Салат огромная пачка. Здесь кебабы куриные. Не поймешь, чем тут тесто. Еще один салат дали. Соусы целый тазик. Вот это я не поняла, что такое масло. Что это масло. Салфетки руки протирать. В общем, за 40 дирхам и пепси себе взяла. Я считаю, очень дешево. Ну, на этом, дорогие мои, экскурсия в Дубай у нас, я хочу закончить. Спасибо за внимание. Мы, конечно, устали чуть-чуть, но сейчас поедим, подкрепимся. Новые подписчики, подписывайтесь на мой канал. Новые гости, вернее, моего канала, зрители. А моим подписчикам любимым привет-привет. Ставьте лайки. Пока-пока. Приятного нам аппетита.